Крамбл – это такой пирог с запеканкой из сочной, ягодной или фруктовой начинки и рассыпчатой крошки. В качестве начинки я предлагаю взять ревень. Это сезонный продукт с характерным кисло-сладким вкусом. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить крамбл с ревенем. По желанию в начинку можно добавить клубнику или абрикосы. Они хорошо сочетаются с ревенем по вкусу. Десерт готовится очень легко, и он станет отличным дополнением к вечернему чаепитию. Мука 1 столовый экон. Растительный спред 1/2 столовой экона. Сахар 1 столовый экон, 1/2 ст для крошки, 1/2 ст для начинки. Лимонные цедра 1 чайная ложка. Ревень 700-800 грамм. Крахмал кукурузный 1 столовая ложка. Лимонный сок 1 столовая ложка. Количество порций 6. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смешайте в миске растительный спред, муку, сахар и лимонную цедру. Разотрите руками в крошку. Промойте ревень, нарежьте и смешайте с сахаром, крахмалом, лимонным соком и щепоткой соли. Переложите ревень в форму для запекания и посыпьте сверху крошкой. Запекайте крамбл минут 40, пока корочка не станет золотистой. Затем достаньте из духовки и дайте ему остыть в течение 10 минут. Крамбл с ревенем готов, приятного аппетита!